Варианты реконструкции центрального стадиона, сейчас их два, представят на градостроительном совете при губернаторе. Проекты рассмотрят архитекторы, спортивные специалисты и представители общественных организаций. Окончательный вариант должны будут одобрить в Министерстве спорта России. Между тем, ФИФА не будет сокращать список российских стадионов, где пройдут игры чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как и планировалось, матч пройдут на 12 площадках в 11 городах. Внутри полностью сделаем всю переработку, все требования ФИФА будут удовлетворены. Возможно, да невозможно, а один из вариантов, он предполагает кровлю. Сегодня у нас много открытых трибун, исчезнут колонны, появятся более комфортабельные сидения, естественно, качество поля.